Одно из самых людных мест торгового центра – кинотеатр. Ничего не предвещает беды. Люди спокойно смотрят фильм. Показ прерывает пожарная сигнализация. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и табличками «Выход». Главное правило эвакуации – не паниковать. Эмоции в самый экстренный момент могут сыграть решающую роль. Администратор заходит, обо всем сообщает. Нужно собрать самые необходимые вещи, одеться и все, и за администратором пройти к выходу. Пока люди выходят на улицу, в здании поэтапно срабатывает пожарная система. Дымоудаление, лифт спускается на первый этаж, двери открываются и блокируются. Попытка вызова на какой-то этаж, то есть он не реагирует. Все лифты задействованы, соответственно, и обзорный лифт тоже стоит. Если тревога не ложная и возгорание подтверждается, на этажах опускаются специальные противопожарные шторы. Они делят путь эвакуации на секции. Перекрывает проем, соответственно, безопасность людей обеспечится. То есть распространение дыма, в первую очередь дыма, оно минимизируется. Еще один нюанс связан с эвакуационными выходами. В каждой отдельной секции свой путь. Система устроена так, что все срабатывает автоматически. Когда в торговом центре тихо и спокойно, эта дверь закрыта, прохода нет. И только возникает пожар, дверь разблокируется. Свободно человек может выйти на эвакуацию. Время эвакуации в идеале должно составлять не более 5 минут. Одними из первых на сообщение реагируют постовые, они же добровольная пожарная команда. Если понадобится, до приезда спасателей готовы сдерживать пламя. Здесь у нас находится амуниция. При пожаре мы быстро реагируем, одеваем ее на себя, чтобы обезопасить себя, и уже бежим к очагу. Такое внимание к пожарной безопасности неспроста. Спасатели отмечают, случаи возгорания в торговых центрах участились. В лидерах ПЧП Москва и Московская область, а также Ростов-на-Дону. Несмотря на то, что в списке Оренбург не значится, подобные инциденты и наша область не обходит стороной. За последние 3 года у нас произошло 14 пожаров, 2 из них произошло в Оренбурге. В связи с этим мы проводим профмероприятия, где наглядно показывают, как должно все быть. Проводим эвакуацию людей, проводим инструктажи с людьми. Также смотрим первичные средства пожаротушения. Одно из крупнейших возгораний торгового комплекса произошло год назад в поселке Сарактаж. Тогда из-за замыкания проводки и неправильного устройства использования электрооборудования полностью выгорело здание площадью 960 квадратов. Пострадавших нет, но вот финансовые убытки предпринимателей – сотни тысяч рублей. Еще один пожар произошел не так давно в Орске. Вновь огнем было охвачено здание магазина. И снова причина в электрооборудовании плюс недостаток конструкции. Ситуация складывается так, что сегодня надзорные органы не имеют права на проверки. У предпринимателей так называемые административные каникулы. Поэтому проводятся лишь совместные профилактические мероприятия с настоятельными рекомендациями устранить все нарушения. Татьяна Кирдина, Роман Боричев, новости дня.